Хотим накормить людей нормальной, хорошей едой, без химии. И вот один из видов нашей продукции – это икра без консервантов. Икра фасованная. Только соль. Только соль, вода, да. Вот, ну как вот, как 500 лет назад люди кушали настоящую еду, так она вот она и есть. И вот нам 3 года мы уже эту икру производим, нам люди звонят из Сочи, из Москвы, отовсюду, говорят, дайте нам нашу, вашу, вот эту икру. Молодец. Здравствуй, как дела-то? Нравится тебе? Хорошо. Степа, ну поздоровайся. Молодец. Это у нас вообще гениальный мальчик.